Всем привет! Это мой видеоотзыв на курс «Талантливые люди». Нелли, огромная благодарность за этот курс, всем участникам огромная благодарность. «Любовь не раздражается» – это та основа, которая запомнилась мне, и она как такой маячок для того, чтобы каждый раз вспоминать основы основ. И вот это гениальное объяснение Нелли, как разворачивать и как проявлять негатив в своей жизни, все больше и глубже дало мне понимание, как мне это применять. И это очень-очень практично и результативно, и ощутимо. На курсе очень классная поддержка от участников тем, что мы вместе дополняли списки талантов друг друга, те таланты, которые мы видели в людях, в себе. Это расширяет восприятие, понимание, такой мозговой штурм. Каждое задание – это мозговой штурм, каждое задание – это прокачка мозга и прокачка, наработка навыка мыслить масштабно и применять это новое мышление на практике. И сейчас для меня слово «талант» оно раскрывается с каждым днем все больше, лучше, понятнее. Все больше и больше, так как практикуешь это, ты понимаешь, как это применять на практике и для чего тебе это надо. И слово «талант» сейчас воспринимается как шкатулка с секретом. И этой шкатулкой обладает каждый. Но надо научиться ей пользоваться для того, чтобы эти секретики раскрывались. И когда раскрываются эти секретики, такое внутреннее освобождение, такое мега-расширение, просто обалдеть. Это не описать словами, это ощущения, ну, очень такие объемные, внутренние. Ты понимаешь, что восприятие твое совершенно другое от того, что было до этого. И я в начале курса слушала, перечитывала, переслушивала, и потом уже где-то в середине курса все больше и больше начало доходить именно для меня. Все, что Нелли нам рассказывала, поясняла, объясняла, и все больше и больше стало доходить, и стало понятно, как это применять на практике. Я в начале курса говорила, что хочу расколдовать себя, и это получилось, потому что для меня те таланты, которые я не понимала, которые я отвергала, раскрылись вообще самым таким необычным таким восприятием, что очень здорово, и это, получается, облегчает мое восприятие дальше всего, что происходит вокруг. Нелли, тебе огромная благодарность. Я очень рада, что участвовала в этом курсе, и все знания, которые я получила, применяю, практикую. Благодарю очень тебя.